Недобросовестные граждане или не приезжающий вовремя мусоровоз, а может и то, и другое. За контейнерными площадками в округе наблюдают все время. Еженедельно сотрудники Госсадмтехнадзора совместно с административной комиссией и общественниками муниципалитета проводят рейды по проверке мест для сбора коммунальных отходов. Подъехали и увидели, что очень много мусора находится не непосредственно в баках, а рядом. То есть люди подъезжают, но это как бы не запрещено, да, это место складирования мусора. Но неужели так трудно жителям опустить пакет с мусором именно непосредственно в бак? Мусорные пакеты, оставленные жителями рядом с контейнером, региональным операторам не собираются. За это отвечают другие службы. Однако, пока проходит уборка одной площадки для сбора отходов, на другой мусор, лежащий у бака, успевает разлететься по всей прилегающей территории. Остро стоит и проблема размещения крупногабаритных отходов, то есть мебели или строительного мусора, в непредназначенных для этого местах. Жители частного сектора обязаны вывозить, либо заказывать бункер-накопитель, либо везти на контейнерной площадке, где предусмотрен отсек для сбора крупногабаритного мусора и строительных материалов. За сброс мусора в неотведенных местах предусмотрен административный штраф физические лица до 5000 рублей. Но платить будут не только нерадивые жители. Во время рейда был выявлен ряд нарушений со стороны регионального оператора. Вот на этой нет крышки здесь, на этом. Здесь разбита тоже крышка. Видишь, отломана уже. Угу. Вот она. Кстати, вот здесь хорошо видно, вот он полностью, смотри, разбитый. Если брать вопрос по сбросу мусора, у нас за год бывает более 100 штрафов, наверное, от 1000 рублей до 5000 рублей. В данный момент этот вопрос стоит очень остро, поэтому мы вынуждены проводить данные рейды на еженедельной основе. Но даже если нарушение зафиксировано, а виновный не пойман за руку, его все равно найдут. Гора строительного мусора на улице Черняховского по всем признакам образовалась не так давно. Установить нарушителя просто. Сотрудники Госсадмтехнадзора имеют доступ к камерам видеонаблюдения, установленным по программе «Безопасный регион». Так что позаботьтесь о себе и о других. Выкидывайте мусор правильно, ведь это достаточно просто. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.